Здравствуйте. Сегодня поиграем в Minecraft 1.21. Кастомный модпак. Мой кастомный модпак. Trial Chamber. Уже, как говорится, надо посетить Trial Chamber. Судный, как его называется это? Судное испытание. Я это самое недавно смотрел фильм один. Да, и вспомнил, что надо записать видео, ребята. Про Trial Chamber. Потому что я хочу сыграть с вами в игру. Вот, ребята. Живи или умри. Выбор за тобой. Вы поняли, какую фильм я смотрел? 10-ю часть. Вот. Так что, ребята, подпишитесь на канал. Комментируйте. Нажимайте лайк. Чтобы не пропускать мои стримы, ребята, нажимайте колокольчик. Делайте это. Или умрите. Да я шучу, ребята. В общем-то, ладно, погнали играть в Майнкрафт судный день. Хочу сказать. Trial Chamber. Короче, ребята, я подготовился. Нашел локацию, где я не был. Подготовился. Подготовился, расторговался жителя. Расторговал жителя. Ух ты ж, это магия, ребята. Это магия. Да, это магия. Так. Так. Короче, надо эту магию остановить. Давайте остановим эту магию. А то что-то она зашла. О, здравствуйте, как раз он мне нужен. Вот вам. Нет? Вы куда? Ведь вы этот сам картограф. Да, мне нужен Trial Explorer Map. Да. Покупаю одну штучку. Мои деньги, отстань. Отдаем, это мои деньги. Понятно? Мои деньги. Эмеральды. Так, минутку. У меня тут есть кура. Как там было? Эмеральды, эмеральды. Грязные зеленые кристаллы. Зеленые кристаллы. Грязные зеленые кристаллы. Эмеральды. Так, минутку. Опа, две куры, кстати. Оп, оп, две куры, будет три куры. Опа, будет три куры. Окей. Так, значит, Trial Chamber находится рядышком здесь где-то. Я в других Trial Chamber был, ребята. Значит, в других Trial Chamber я был, и там я не нашел. Короче, диск я не нашел. Подожди, это в эту сторону надо идти. Правильно? Ведь в эту сторону, не? Подожди, а у меня есть этот самый, как его называется-то? Опа, Melon Seed. Паша, а зачем мне Melon Seed в кармане? Пускай растет. Так, кура. Кура. Ладно, давайте так, с пустыми рукавами, хочу сказать. Понятно, тут кто-нибудь еще есть? А нет, тут есть. Слушай, тут... он застрял. Он просто тупо застрял. Понятно. На. Ты кто у нас? Библиотекарь. Подожди, а я не хочу библиотекаря. Этого самого нету. Жителя, который будет продавать. Ну ладно. Сейчас. Так. Пум-пум-пум. Сейчас, минутку. Так, элайтеры. Это, кстати, у меня есть вот эта вот штуковина, ребята. Гигантская штуковина. Да, она, ух ты ж, какая гигантская она. Йоу, какая она большая. Гигантская штуковина, ребята. Опасная гигантская штуковина. Я бы сейчас бы пошутил бы, но не буду шутить. Какой большой прибор гигантский.
Да, как у меня. Правда, у меня больше, ну ладно. Погнали. Так, пожалуйста, а куда... Ага, погнали, конечно. Да-да-да, ребята, погнали. А куда идти-то надо? Идти меня колыхать. Ведь там где-то тут разбойники были. Вот там в той стороне, не? Или в той же стороне разбойники были? Подожди. Да я пока... Подожди, по карте могу посмотреть, кстати. А, разбойники в этой стороне. Ну да. Там энд. Ну мне в энд точно не надо. Мы сегодня в энды точно не пойдем в энд. Потому что что нам в энды? Опа, потихонечку идет у меня этот сам, как его называется-то, строительство в Энди. В Энди потихонечку строительство идет у меня. А в какую сторону-то? Так, карта. Карта. Так, идемте. Так, коровы. Так, шутите, я про Эдгару подругу не буду. Ой, я пошутил. Так, яйца. Так, огузок. Так. Ага, вот, все правильно я иду. Надо прямо где-то. Здесь вот должен быть. Трайл Чемпер. Вот там вот, в той стороне. Правильно? Вот. Еще прямо. Почему так далеко? Так. У меня есть с собой. Так, собака у меня есть. Ага. В количестве. Чего? Серьезно? Я мог в этом городе купить карту. Если бы я ее бы нашел бы карту. Тьфу, не карту, а этот самый, как его называется-то. Спокойно, идем. Даже не, лутать не будем ничего. Мы сейчас не для этого пошли. Или посмотрим, что тут. Хлеб. Хлеб, картошка, ну ладно. Мне не надо хлеб и картошка. Бульба. Как там было? Посмотрите на эту скотину. Так, минутку. Где-то вот тут вот. Вот тут вот Трайл Чемпер находится. Прямо за домом. Угу. Трайл Чемпер за домом находится. Минутку. Даже мне и лайтеры не нужны были. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Значит, ложим это. Так, элайтеры, подожди. Элитеры мне нужны будут. Карта не нужна уже. Так. Сейчас я нос почешу. Так, эмеральды, я не знаю. Так, подожди, надо все выложить, то, что мне не нужно. Так, это не надо мне. Лодка нужна будет. Оминус батл. Второго уровня. Ладно, не надо. У меня есть пятого уровня. Текс. Пу-пу-пу-пу-пу. Фрост Уокер. Да, Фрост Уокер нужен будет нам. Эмеральды мне не нужны. Так. Нам надо вниз спускаться как-то. Подожди. А дерево... Серьезно, тут деревьев нету. Подожди, у меня дерево есть где-нибудь в инвентаре? Поменять лопата. Силк тачу. Окей. Подожди. Нет, силк тачу мне не надо лопата. Так, это мне нужно будет. Так, у меня что-нибудь есть в инвентаре? Дерево есть у меня. Так. А, вот, трапдор есть у меня, кстати. Давайте один трапдор возьмем. Раз, два, три, четыре. Давайте 7 лестниц возьмем. Допустим, даже у меня все подготовлено уже. Я всегда с собой несу, ношу, как его там было, видеокамеру, где пошутить, но нет. Так, у меня уже все подготовлено, так сказать. Оп. Значит... Тут у нас что? Минутку. Мы находимся вот прямо над Трайл Чембером, да? Тут вот даже, вот тут. Давайте вот сюда. Вот. Именно Трайл Чембер. Да. Собака ты.
Так. Такс. Так, раз, два, три, четыре. Так, я знаю, что под себя не надо копать. Так, так. И мы не будем под себя копать, так сейчас. Так. Так. Ой, элайтеры нет. Элайтеры мне нужны. Ага. Чего? А почему так высоко я? Так. Угу. Так. Так. Вот. Шикарно. Так. Теперь нам нужно Trial Chamber найти. Погнали копать вниз. Так, я нифига не вижу. Так. Так. Это тоже не помогает. Значит, мне нужно... где-то в инвентаре у меня было... Сейчас я найду. Конечно, он в тулсах должен лежать. Правильно? Конечно. Ясен красный, что он в тулсах будет лежать. А как же иначе? Где же еще будет лежать? Так. Кстати, мы можем еще цифру 3 нажать. И посмотрите, Light Overlay. Кстати. Оп. Вот, кстати, шикарно. Ага. Мы будем копать все. Ты... Серьезно, пёся. Пёся. Ой. Так, погнали вниз. Так. Давайте будем копать этим самым, как его называется-то. Вот таким вот образом будем копать. Я знаю, что потом неудобно будет подниматься. Вот. Так, Trial Chamber пока что не намечается у нас. Кстати, меч забираем сразу же. Так, меч это хорошая вещь, кстати. Ага. Для Энда пригодится нам медь. Для постройки в Энде что-нибудь из меди пригодится. Опа, я вижу уже Trial Chamber. Я вижу Trial Chamber. Так. Оп. Мы как раз сейчас под Trial Chamber, получается. Так, минутку. Оп, открыть. Открыть, это сам, осветить точнее. Так, опа, редстоуновые. Так. Редстоун, замечательно. Ложим. Deep Slate. Пошел уже, да? Ага. Deep Slate. Так. Так. Пожалуй. А мы на каком-то уровне-то? Опа-на. Здравствуйте.
Так, надо факел поставить. Ага. Здравствуйте. По, кстати, тут еще... давайте вот так вот факел поставим. На всякий случай. А то я знаю, тут всякие эти монстры будут спамиться. Только мы выйдем с вами с пол хп. И они нас цап-царап и все нам. И нам капут. Так. Так, сейчас мы это все сложим. Карта нам точно уже не нужна. Больше. Так. Да, карта нам больше не нужна. Значит, ложим карту. Так. Аккуратно. Поднимаемся. Пёся, ты что там делаешь? В блоке. Так. Так, Trial Chamber, я только что видел. Trial Chamber. О, железная руда, кстати. Ага. Вот и Trial Chamber. Судное испытание. Ага. Опа, судное испытание. Здравствуйте. Ух ты ж. Слушайте, как мы удобно с вами это самое спустились-то вниз-то. Прямо в этот самый, в Trial Chamber. И не на потолке где-нибудь, а прямо... Trial Chamber, нормально зашли в Trial Chamber. Не через окно там или как-нибудь. Едрит меня Мадрид. Здравствуйте. Добрый вечер. Я диспетчер. Здравствуйте. Trial Chamber. Ага, ключа у меня нету, извините. Я оставил... Так, ломаем. Так, вот это ломаем. Забираем. Немножко вандализма. Чего? Да нет у меня ключей, остань. А, все, я понял, где я нахожусь. Подожди, если я не ошибаюсь, подожди. О, да, я понял, где я нахожусь. Я так и знал, что я там нахожусь. Угу, я так и знал. Я прямо... подожди. Мы с вами можем вот это вот сделать, ребята. Но будет очень жестко, ребята, нас мочить. Нас будет очень жестко мочить. Блин. Так, короче, я предлагаю, знаешь, ща. Ща. Так, надо все рассортировать по этим самым, по сундукам своим. Короче, надо, я предлагаю, пёсю здесь оставить, внизу. Давайте пёсю внизу оставим. Да, пёсю здесь внизу оставим. Потому что пёсю могут вынести. А я не хочу этого, чтобы пёсю вынесли. А вы скажете, броня есть у него. Шокер бокс. Их там столько будет, если я выпью вот эту вот зельку. Их там столько будет, ребята. Так, вот это надо будет нам. Тотемы есть у меня? А, у меня инфинити есть. Зачем мне тотемы? Блин, зачем мне столько тотемов? У меня есть один тотем. Это так, тотемы. Значит, тотемы. Сюда все положим. Часть тотемов сюда положим, окей. Ага. У меня есть инфинити тотем. Окей. Погнали. Bad Omen 5. Какой Bad Omen? Алло. Какой Bad Omen? Алло. Моджанги. Какой Bad Omen? Я в Trial Chamber нахожусь. А, подожди, надо выключить, кстати. Вот это вот. Оверлей выключить. Чтобы было красиво, кстати. Элайтеры. Да, элайтеры возьму. Так, что мне надо с собой? Так. Вот это положим. Лодка. Вот сейчас будет жестко, ребята, сейчас. Вы готовы? Как там было? Вы готовы, дети? Поехали. Ядрит меня, Мадрид. Не пугай меня так. Так, водичку убираем сразу же. Ловушку. Опа-на. Они все в броне. Они в броне. Ё-моё, они в броне, пацаны. Пацаны в броне тусуются. Да, ух ты ж. Кстати, я предлагаю, знаешь, что сделать?
просто стоять здесь вот и на реакцию брать их. Давайте будем на реакцию брать. Вот. Короче, берем на реакцию. Просто стоим и ждем. Просто реакция. Ух ты ж. Просто стоим и на реакцию берем. Щуп. Ай-яй-яй. Так, спокойно, тихо. Спокойно, Trial Chamber. Какой звук ужасный. Еще. Какой. И картошка. Спасибо, Моженки. Моженки, спасибо тебе. Вот, спасибо, это самое, за картошку. За 4 картошины. Спасибо огромное. Очень помогло. Так, там. Там один, да? Там один, окей, погнали. Один. Опа. Так это что у нас? Это отравленные, да? А, нет, это обычные. Обычные, да? Ага. Окей. А вот это яд. Правильно? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Это что было у нас? Это что это? Ой. Ух ты ж. Винбуст. Пожалуйста, где он? Есть. Просто стоим на реакцию. На реакцию берем. Так, спокойно, реакция. Реакция. Спокойно, тихо. Ага. Так. Тихо, спокойно. Кстати, вот это вот можно выкинуть. Спокойно. И? Кусок опять мяса. А, спасибо, Моженги. Как всегда, помогли. Значит, так. Так. Сегодня какой-то вообще отвратительный день. Так, минутку. Так. Угу. Так, покушаем. Пёся, идем. Идем за мной. Надо было с собой строительных блоков взять. Вообще, у нас есть строительные блоки какие-нибудь? Да, у нас нет строительных блоков. Так, значит, давайте. Вот. Так, картошка. Кнопка. Это мясо, это. Ага, зельки. Викнес. Окей, погнали. Вот так удобнее будет подниматься. Ага. А сюда как подняться тогда? Бон-блок. Пойдем. А, ну что, больше нету? Ваксет. Копер. Копер-блок. Пу-пу-пу. Окей, давайте. Ладно. Спокойно, так. Так, он у нас неактивированный, правильно? Он сейчас перезаряжается, правильно? Вот этот вот штуковина. А где мой пёся? Вот сейчас самое сложное. Два их. Так, тихо. Молчим. Так, собака, сиди. А, нет. Атакуй. Давай. Фастик. Кто? Где? Он что, замочил уже одну? Так, мне нужно вот это взять. Ой-ой. Ух ты, сколько их тут много. А, кто где атакует? Блин.
что все? О. Ой-ой-ой. Слушай, а меня... Ага. Все? Спокойно. Все? Тихо. Ой-ой-ой. О, ключ. Фас его. Давай, укуси его. Молодец. Так, починим. Вот, все, броню ему починили. Так, чё? Так. Я получу ничего, да? Чё я получил? А что я получил? Так, один ключ я получил только. Так, минутку. Викнес. Ага. Викнес. Так. Так, это мы выкинем. Сюда, это точно нам не нужно. Так. Так, опыт. Подберем. Ага. Так. Так, копия блок опять. Так, снег. Бакеты мне нужны. Так, погнали. Так, у нас есть Оминус Трайл Кей. Кей. Да. Не достаем. Открываем. Давай что-нибудь по... Ух ты ж. Серьезно, даже так? Armor Trim. Ага. Armor Trim получили мы сразу же. Неплохо. Мне нужен ключ, ребята, мне нужен. Мне нужен ключ. Чего? Ага. Понятно, конечно, Ага. Тьфу, ты не пугай меня так. Ладно, погнали вниз. Нам вниз нужно идти, так. Подожди, а где наш пёс? Так, у нас с вами есть булава. Если бы мы сверху шли бы, я мог булавой их шибануть. У меня есть булава на density, на плотность. Fire aspect, unbreaking и mending. Угу, 0.6 атака спит. Атака 0.6, окей. Ага. Подожди, а где собака моя? Подожди, она здесь где-то. А где? А, вот ты где. Ты сидишь просто. Погнали. Хватит сидеть. Да-да-да, у меня нету. Отстань от меня. У меня нету этого самого, как его. Блин, надо строительные блоки какие-то взять с собой. Так, погнали вниз. Так, спокойно, тихо. Так. Тихо. Спокойно. Угу. Ой-ой-ой, там пауки. Там пауки. Ты не слушай, какие бы... Ай-яй-яй. Ага, паучки, здравствуйте. Хорошо, что это не кейф спайдер, а просто пауки. Ага. Их тут много пауков, да? Да-да-да, они... Ой. Ух ты, в инвизи. Ой-ой-ой. Окей. Так ты куда? Ой-ой-ой-ой, нет. Спокойно, тихо.
Так они там наверху тусуются. Окей, сейчас мы их выкурим оттуда. Так, все. Картошка. Опять. Так, эмеральды. Угу. Кстати, надо починить. Так, починить, 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 пожи. Починить. Подожди. А вот оно. Сейчас, тихо. Все, починили собаку. Так. Барахло это самое. Давайте мы побольше барахла будем подбирать с собой. Опять полный инвентарь. Замечательно. Так, ну с этим у нас не проблема, так сказать. Так, полный инвентарь. С этим мы будем бороться. Так, с инвентарем полным. Сейчас. Так, второй, этот самый. Так, вот это с собой надо. Такс. Так. Так, минутку. Фейерверки. Так. Фейерверки. Так, четвертый уровень. Так, картошка это. Факел это. Лазер бутс. Я не знаю, лазер бутс мне брать или не брать с собой. Так. Фейерверки. Ой, не фер. Ладно. Я лайтеры выложу. Погнали. Спокойно, так. Спокойно, ребята, так. Едрит меня Магрит. Кто? Только не бэби. А, чешуйницы, я думал, эти бэби-зомби. Которые фаст. Фаст-зомби. Так, легко. А где они, чешуйницы все? Гадкие. Маленькие гадкие чешуйницы. Ай-яй. Ай-яй-яй. Молодец. Я получил картошку опять. Сегодня какой-то неудачный день у меня. У меня сегодня картошка. Везде картошка. Вообще какой-то неудачный. Так. Это, как его называется, заговор Белоруссии. Потому что везде мне картошка попадается. Так. Так, жареная картошка. Да, baked potato. Ну хорошо, что можно хотя бы покушать. Окей. Так. Так, это у нас этот уровень. А на втором уровне тут ничего нету, да? Больше. Надо внимательно как его исследовать все это дело. Не. Ух ты ж. Хе-хе. Конечно, но правда у нас нету чем активировать ключ. Ключа-то нету. Да. Ладненько, идемте. Ух ты ж. Ага, вниз идемте. А где спуститься можно здесь? Так, мой джанги. Где спуститься можно? Ага. Спасибо. Аккурат. Опа-на. Блок эмеральдов. Ага, эмеральды везде. Ага. Неплохо. Так, опа, подмостки, строительные блоки. Спасибо, мой джанги. То, что нужно, как раз. Строительные блоки. Такс. Так, это мы все забираем. У нас опять полный инвентарь, да? Замечательно. Так. Я был это самое, как его называется-то. Приготовлен к этому самому. Что тут будет снег? Кстати.
Я уже приготовился к детям. У меня башмаки были. Башмаки. Ой. Боже, я что, башмаки выложил? Боже. Серьезно, я башмаки выложил? Так. Так. Подожди, а где башмаки? Так. А вот башмаки, Фроствокер. Так. Броня запасная. Так, с водичка сюда. Лодка. Так. Что еще мне нужно будет? Так, это поближе надо положить. Броню тоже поближе. Так, ну вроде бы все, да? Так, спокойно. Так, идемте в эту сторону. Давайте посмотрим, что в этой стороне у нас есть. Так, спокойно. Ага. Там еще один спавнер стоит. Так, ух ты ж. Ёшкин кошки. Так, минутку, спокойно. Не-не-не, в ту сторону я не пойду. Спасибо. Спасибо, Моджанки. Я туда не пойду, кстати. Я сейчас секретик возьму. Да, тут всегда, ребята, в этом сундуке всегда, вот именно, всегда вот под лестницей, вот в этом сундуке находится именно тортик, один алмаз и один блок железный. Знаете, это к чему отсылочка, ребята? Торчик. Особенно вот это вот торчик, ребята. Это отсылка к игре Portal. Ребята, к вселенной Portal. Правда, это, как его называется, торт, это ложь. Так. Только, правда, тут Глэдиса нету у нас. Ну ладно. Вот. Шикарно. Ага. Спасибо, но мне нечем активировать вас. Окей, погнали. Подожди, а в эту сторону что находится у нас? Так, тихо. Не говори, что тут у нас это самое большое помещение. Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. А вот сейчас будет жестко, очень жестко будет. Блин, сейчас будет очень жестко просто. Да, сейчас тут будет очень жестко. Да, тут еще вот эти вот ветродуи. Ой-ой-ой. Короче, надо ветродуи сносить. В первую очередь ветродуи надо вот сносить. Ой-ой-ой, меня уже начинают. Ой-ой-ой. Оп. Спокойно, тихо. Так, тихо. Их тут много. Так, ветродуи. Ай-яй-яй. Мочи. Где они? Ой-ой-ой. Ух ты, как меня подкидывает. Ой-ой-ой. Как жестко тут. Ты куда, дядя? Спокойно. Тихо. Меня тут нету. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Меня тут нету, ребята. Спокойно, тихо. Меня ведь не видели, ведь, что я заныкался тут. Здравствуйте, пацаны. Ваши билетики. Ага. Спасибо. Во. Ой-ой-ой, на меня этот самый, как его. А, Soul Falling. Ага, Soul Falling наложили на меня. Ой, ёп, кто? Ой, а вот это было бы сейчас беда, ребята, кстати. Ага, хорошо, что этот самый. Так, пожалуйста, а где? Кто атакует меня? А. Ой-ой. Ух ты ж. Тихо. Ай-яй-яй. А, где он? Ветробриз. Ветра. Я его называю ветродуем. Ветродуй. Так, минутку, зелька. Ага. Instant health. Подожди, тут должен быть. Ага, должно быть. Нету тут. Ага. Подожди, тут должно быть.
Да, тут спавнер есть. Я помню, он тут... Тут два спавнера должно быть. Спасибо огромное. Так. Ой. Нет, не то. Так, значит. Так. Пум-пум-пум. Так, регенерация. Так. Бриз род. Так, зельки. Зелька of healing. Ликвид. Ага, торт, это кости. Окей, забираем с собой. Это что у нас? Сила на 3 минуты, окей. Угу. Так, это специально закрыли, чтобы мы... Конечно, чтобы мы не могли это самое. Так, мы сейчас все это с вами сломаем. Медлительность. Окей. Чтобы в следующий раз нас в этом трайл чембере не оставили бы, так сказать. Мы это сегодня, опа, сломаем, так сказать, на будущее. Да-да, конечно. Да-да, ага. Обязательно. Так. Так, тут у нас тоже эта штуковина стоит. Ага, она была, кстати, с ловушкой. Если бы я бы нажал бы кнопочку, фаерчасть нас поджарил бы. Вместо того, чтобы и зажегся бы вот эта вот штуковина. Она тут с ловушкой была. Подожди, а тут нету балкона. Тут нету балкона с этой стороны. Тут должен быть балкон. Опа-на, а что у нас тут есть? Подожди, а что у нас тут есть? Стрелы у нас есть. И тут у нас этот самый Жиода, да? Ага, у нас тут Жиода. Оп. Оп. Ух ты ж. Красиво. Ничего себе. Жиода прямо в этот самый вписалась. А, окей. Допустим-то. А, тут уже полная у нас коробочка. Так, погнали дальше. Так, следующую коробочку. Ага. Эта коробка тоже полная, да? Угу. Так, значит. Медлительность. Окей. Так, снежки. Диспенсер. Это. Стрэндж. Сила. Регенерация. Регенерация и сила. Такс. Это я пока что положу сюда. Так. Кстати, вот это вот мы можем положить сюда. Так. Так, спокойно. Так. Ага. Такс. Спокойно, ребята. Так. Тут у нас ничего. Ага. Нету больше интересного, да? Кроме зелек опять. Окей. Опа, спускаемся вниз. Спасибо. Оп, погнали отсюда. Опа, кстати, мы не заметили с вами вот это вот. Ага. Подбираем. Подбираем все это. Спокойно. Идем. Так, что у нас тут? Так. Спокойно. Смотрим наверх, вниз. Осматриваемся тут, потому что гадость может всякая быть. С головы на голову что-нибудь упадет. Какой-нибудь этот... Какая-нибудь это... Так, минутку. Где?
Закроем двери. Надеюсь, пёсю. Все будет хорошо с пёсей нашим. Так. Слушай, это отсылочка на фильм «Пила», что ли, опять? Интересно. Так. Голден этот самый. Окей. Картошечка. Отлично. Тут кровати стоят. Можно поспать. Ага, спасибо. Очень удобно, кстати. Угу. Тут у нас с вами направо пойдешь. Ага, пики точёные. Налево, да, другое. Понятно. Пожалуйста, это что там, скелеты, да? Ядрит меня Мадрид, как они... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Скелеты. Да, укуси его. Ой-ой. Так, тихо, спокойно, тихо. Оп. Оп, забираем. Да, фас его. Укуси его. Да не надо поджаривать, пожалуйста, меня. Да укуси его. Да куда ты убегаешь? Да куда ты убегаешь, а? А, добегался. Боже, мы с вами в эту сторону шли, правильно? Тут должен быть еще что-нибудь. Боже, а где скелет? Строительные блоки, эндерперлы. Хорошо, это, кстати, эндерперлы. Боже, а где скелет-то? Боже, почему спавнер активирован, но он... Так, спокойно. Железо. Блоки опять эти. А где? А где этот самый скелет-то? А где он? Он что, туда побежал? Серьезно? Он в ту сторону побежал. Все? Ай. Ключ. У нас есть с вами ключ. О, минус ключ. Так. Так, спокойно. Так. Так, так, так. Стрелы. Выложиваем, выкладываем. Так, это сюда все. Так, 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 так. Это не надо нам. Картошечка. Так, скушаем одну картошку сейчас. Или нет? Так, у нас золотые морковки есть. Окей, спокойно. Так, у нас есть золотая морковка. Давайте наверх поднимемся. Кстати, тут должно быть что-то вкусное ведь. Я видел, там спавнер стоял наверху. Если спавнер стоит... А, кстати, ребята, по... Ребята, бесплатно. Серьезно, даже так. Серьезно? Это насколько надо мне повести, чтобы был бы вот так вот? Ничего себе. Вот это я даю. Вот это везение, ребята, тихо. Спокойно, тихо. Тут спавнишь, справа.
Да, тут справа, справа спавнил. А там кто? Пауки? Пауки. А, нет, не пауки, там чешуйницы. Ну, с чешуйницами мы быстро разберемся. Ай. Ай. Да не надо меня мочить, пожалуйста. Успокойтесь. Так, спокойно. Кусок мяса. Спасибо, Моженки. Так. Так. Что тут у нас? Ага, тут про... Даже так. Даже так. Допустим. Допустим, ребята, даже так. Так, мы весь хлам забираем. Просто весь хлам забираем. Ёпарасоте! Я этот диск искал! Я этот диск искал! Ё-моё! Я этот диск искал столько долго! Ё-моё! Ой, кстати, так свет мы можем, кстати, вот это делать. Ребята, вот это вот диск, это вообще просто, я не знаю. Он какой-то... Самое трудное его найти просто. Я примерно 4 или сколько там, не помню сколько, я уже трайл чемберов был, ребята, ни одного просто. Я открывал эти самые волты, да, и ни разу не выпал именно вот этот вот, не ключ, а вот этот вот диск, вот такой вот диск. Другие диски, да, их там много у меня, но вот именно вот такой диск нет. Окей, погнали. Спокойно. Так, спокойно. Кстати, мы можем... Опа. Теперь... Ага, эффективность 2. Ну ладно, допустим-то. Ага, чтобы пройти на эту сторону, надо было с пауками... Ой, не с пауками, а чешуйницами подраться, я понял. Обязательно. Так, там еще на втором этаже есть что-то вкусненькое, да? Пажи, а как мне туда подняться-то? Моженги. А, Моженги, скажите, пожалуйста, как подняться на второй этаж? У вас тут... Ага. А, понятно. Спасибо, Моженги. Угу. А, вопрос. А, мне туда эндерперлом? Правильно? Правильно, эндерперлом туда надо докидываться. Оминус трайл кей. Ки. Да. Превосходно. Ага. Превосходно, ребята. Гениально я. Погнали. Ну что, ребята? Хе-хе, погнали. Опа, на диск. Ну, такой диск у меня уже есть. И не один при том еще. Пу-пу-пум. Кстати, нам нужно вот в ту сторону. Кстати, опа. Ага. Вот сюда. Так, спокойно, тихо. Оп. Спокойно. Ага. Так. О-о-о. Это надолго, ребята. Это мы надолго застряли.
Да, там и надолго. Так, мы сразу забираем вот это. Fire Charge. Опа, там пауки. Я понял. До свидания сразу же. Угу. Так, спокойно. Так, спокойно. Так. Что в этой стороне у нас? Ага. В этой стороне у нас снежки. Допустим, ладно. Мы сразу обезвреживаем все раздатчики, чтобы на всякий случай. Ага. Тут у нас вот это. Сейчас. Оп. Пожди, там наверху ветродуй должен быть, правильно? Так, тут у нас хилинг. Так. Такс. Отравление. Так. Диски. Лечение. Так сколько у меня там по минусу? 38 минут осталось. 38 минут. Ага. О минус этот самый. Да. Ага, пауки. Гадкие пауки. Ух ты ж, ай-яй-яй, пауки. Ух ты ж, ой-ой. Ой-ой. Ух ты ж, скелеты. Почему их так много? Тут и скелеты, и пауки. Ух ты ж, ёп. Ёп, пожалуйста, а вот это мне замочит, да? Спокойно. Кто? Кто где, кто мочит? Вот самое больше всего раздражает это мясо. Нет, не мясо меня раздражает. Больше всего раздражает меня этот самый, как его. Так, тихо. Ага, скелеты. Опа-на. Он не активировался. Ага. Спокойно, тихо. Ты все? Всех? Мясо. Кусок мяса надо покушать. Где пес? Пожди. Блин, чё? Опа, ключ. О, это ветродуя. Ой-ой-ой. Блин, это плохо. Жаль, где собака? А где собака? Вот собака, тихо. Надо ее срочно починить. Собаку надо срочно починить. Так, вот тут. Так, надо сразу вот это сделать. Аккуратно, так, минутку. Так. Аккуратно, так. Так. Так, освещение. Бриз. Этот самый, как его... Как называется это? Бриз Род. Так. Так. Спокойно. Окей, спокойно. Так. Обезвреживаем все вот эти вот ловушки. Ага. Тут должно быть это быть. Так я и знал, что тут эта фигня... Оп. Давайте мы откроем. Давай. Будет этот самый кож. Нет, кожи у нас нету. Больше, зато выпал этот самый, как его. Книжка. Density. Ну, density мы можем и на наковальне. Тьфу, не на наковальне, а на этом. Как его звать-то? Ой. Боже, где-то тут Близ должен тусоваться. Боже, где он? Вот ты где. Ух ты ж. Ой.
Ой-ой. Все? Он закончился? Ага. Паркур. И что? И что мне с этим делать? С паркуром этим? Оп. Короче, ладно. Отмена. Как его? Галя у нас отмена, так сказать. С паркуром тоже так. Картошка я получил, да? Ага. Картошкой. Да, сегодня точно какой-то... Так. Это что, все? Подожди, это что, все? Лю. Так. Так. Ни одного ключа. Ага. Тут у нас... Так, наверху мы уже с вами были. Так. Подожди, оп. Вот там вот мы уже были с вами. Опа, а вот здесь мы... Тупик. Спасибо. Не говори, что это все. Весь Трайл Чембер. Так, мы на стартовой локации не были. Да, мы на стартовой локации не были еще. Так, тут должно быть... Да, тут дерево должно быть. Все правильно. Так, у нас тут... Вот это... Так. Опять полный инвентарь. Ага. Полный инвентарь. Так. Потом я рассортирую. Так, потом все это рассортируем. Главное сейчас все это... Оп. Потом это все... Это что у нас? Окей. Это у нас идет сюда. Так, ведро с водой. Зачем ведро с водой? Еще один. Окей, пускай валяется здесь. Так, там у нас этот самый, правильно? Штуковина вот эта вот. Наверху. Но у нас нету этого ключа. Так, это мы не будем трогать. Давайте посмотрим. Так, минутку. Так, освещение. Освещение. Это резной, да? Куперный. Резной куперный блок. Красиво выглядит, конечно. Шейдерами, ребята, все красиво выглядит. Как я одному человеку сказал. Как одному я человеку сегодня сказал. То есть вчера сказал. Сегодня какой день у нас уже? Так, сегодня у нас... Что сегодня за день у нас? Подожди. 20.52. Подожди. 20.52. Минутку. 20.52. Подожди, где-то нас это... Чего? В телефоне час ночи. На... В этом самом... 20.52. Где-то мне что-то сейчас на я... Кто-то... Ладно. В общем-то, неважно. Короче, я сказал человеку одному, что любое говно может выглядеть шейдерами очень красиво.
Так, trial chamber. Так. Окей. Так. Ух ты, красиво, кстати. Ага. Мы с вами... Так. Спокойно, мы здесь уже были, да? Мы с этого с коридора выходили уже. Ага, мы, да, мы с этого коридора выходили. Да, нам нужно в эту сторону. Идеть, Пёся. Не-не-не. Ни в коем случае, Пёся. Ни в коем случае. Так, ёпара цыплятка. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ага. Так. Спокойно. Так. Так. Спокойно, тихо. Так. Ага. Ой, ёп. Кламанная, нет, 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 ни в коем случае. Подожди. Ага. Так. Кто это нас атакует-то? Ага. Чешуйница. Допустим-то. Давайте оставим. Ух ты, там... Кто там? Скелеты здесь. Ага. Ух ты. Так. Ага, тут, там скелеты тусуются, да? Ага. Окей. Допустим, да. Минус. Скелет. Окей. Ух ты ж, и бриз. Бриз. Спокойно, тихо. Не-не-не, ни в коем случае, пускай они там тусуются, пожди, надо покушать. Так, сколько там у меня? 27 минут. 27 минут. Так, 27 минут. Опа, спокойно. Они там дерутся, пускай подерутся сами собой. Все в порядке. Мы не спешим, ребята, никуда. А, так, спокойно. Ой. Ага, чешуница. До свидания. Подожди, тут еще проход вниз есть. Так. Оп. Так, чего? Спокойно. Так. Окей. А! Тут этот самый эндермит. Эндермитя. Спокойно, тут... Ух ты ж. Здравствуйте. Ух ты, тут бриз. И ветра дуй. Так, спокойно. Ага. Его надо вот мочить просто в упор. Подходишь и бьешь его. Спокойно, так. Так. Так, обезвреживаем. Так, спокойно. Ага. Так, ух ты ж. Так, спокойно. Так, обезвреживаем. Так. Ага, тут Волт у нас стоит. А почему тут столько много этих? Копия. Нет, спокойно, тихо. Ай. Зачем ты... Это делаешь. Спокойно. Ага. Так. Я могу создать. Да, могу снежный блок создать. Спокойно. Снежный блок. Ага. Так, ух ты ж. Так, спокойно. Оп. Спокойно, не спешим никуда. Тут надо ключ. Но мы ключей нет у нас ключей.
Так, спокойно. Так. Так, все обезвредили. Все так спокойно. Оп. Окей, погнали. Здравствуйте. Ага. Оп. Ой. Не то. Вот так вот ставим. Ага, вот это вот тоже обезвреживаем ловушки. Так, спокойно. Так. У нас. Минутку. Ага. О, вот ты где. Хитрый. Чёрт. Он семь этих самых близородов. Боже, чё? Сила. Сила? Так, морковка. Еще раз морковка. Так. Опа. Спокойно. Оп. Так. Обезвреживаем вот это. Так, а что там? Здесь у нас... Ага, тут обход у нас есть просто тупо. Я понял. Так, обезвреживаем еще. Так. Так, что это у нас тут? Тут у нас еще вот это вот есть. Ага. Так, медное вот это забираем с собой. Так, туда у нас... С той стороны у нас... Ага, он даже в два... Два этих самых... Два слоя. Допустим-то, этот слой я не буду ломать. Окей. Допустим-то, так. Давайте мы вот так вот вернем эту рамочку. Так. Так, подожди. Ветродуй где-то внизу. Оп. Ветродуй. А где-то он здесь. А где он? Ай. А он... В каком месте он? А вот ты где? Все? Так, спокойно. Может быть, это специально построено, чтобы... Ага. Еще один проход был. А как туда наверх туда подняться? Здравствуйте, да-да-да. Тут только вот при помощи эндерперлов. Подожди, это все? А где? А где моя награда? Чего? Зельков регенерации? Спасибо, конечно. Конечно, вы молодцы. Да-да-да. Не говори, что мы совсем справились-то. Еще 20 минут осталось. Неплохо. А, кстати, ребята, по броне, кстати. Какая у меня броня? А я вам не показал. Давайте посмотрим, какая броня у нас. Вот. Вот такая вот броня у меня. Хелмет вот такой вот. Честплейт вот такой вот. Леггинсы вот такие вот у меня. Леггинсы. И башмачки вот такие вот у меня. Это на защиту от стрел у меня стоит. Не просто Protection 4, а именно от стрел. То есть... Я могу... это, конечно, мне сейчас повезло, что тут больше этих самых скелетов было, чем
чем зомби или кто-то там был. То есть отстоял я довольно как бы защищен наилучше. Так, тут я не могу, у меня ключей нету. Блин. Наилучше, так сказать, способом. Так сказать, меньше урона от стрел я получаю. Но зато от, как он называется, это, от мечей и так далее я буду получать больше урона. Тут, конечно, вы скажете, надо Protection 4. Это самое, что было бы лучше. Так, минутку, надо покушать. Так, я чё хожу туда-сюда, как этот самый? Нам не в эту сторону надо идти, нам надо вверх идти. Выход сверху у нас. Так, тут у нас этот самый, да? Trial Chamber. Ой. Такой не Trial... Да, ну, Trial Chamber, но... Бля, где выход-то? Вот выход. Так, пёся. Нет, туда не ходи, пёся. Что там было в этой самой? Не ходите, дети, в школу. Эта школа не для вас. Учителя все бандиты, а директор Фантомас. Вот, так же самое, ребята. Не ходите в Trial Chamber. Этот Trial Chamber не для вас. Тут ходят скелетоны и воздушный ветродуй. Да. Так, это пёся. Тьфу ты, не пугай меня. Пёся, не надо меня так пугать, пожалуйста. Пожалуйста, не говори, что я все пролутал. Нет, не все. Тут еще есть Wind Charge. И один алмаз есть. Ага. Ну, допустим-то. Так, ну вроде бы все. Теперь. Я даже не знаю, ребята. Куда идти? Так. Там мы уже были. Тут эти самые, как его называются, эти. Эндермиты, да? Нет, тут пауки уже перезарядились. Пауки. Тут пауки уже перезарядились. Я понял. Да, я больше урона получаю от... плетение. Ух ты ж. Как его называется-то? Узинг, да? Ой-ой-ой, отравление. Poison. Новичок. Картошка опять. Замечательно. Так. 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 Серьезно? Вот это пес умный. По лестнице. Ядрит меня Мадрид. Просто пес умный. Не то, что хозяин этого собаки. Вот именно, зачем я пошел в этот Trial Chamber? Тут эти самые будут, да, чешуйницы? Да, тут чешуйницы будут. Гадкие чешуйницы. Они такие маленькие и противные.
это все? О-о-о. Ключ. Неплохо. Так. Подожди, а мы вроде бы везде уже тут были, правильно? Надеюсь, мы ничего не пропустили-то. Общий глаз тут валяется чей-то. Там нужен ключ. Не вот такой ключ, там другой ключ нужен. Там нужен простой ключ. Так тут уже были мы с вами. Да я не знаю, как тут перепрыгнуть-то. А, вот так вот перепрыгивается, окей. Через... Блин, конечно, неудобно. Допустим, ладно. Опа, водичку. Оп. Давай. Что-нибудь полезное. Так. Флов. Баннер Поттерн. Окей. Ну, вроде бы мы всю Трайл Чембер обчистили. Так, да, тут уже перезаряжается у нас. Так. Подожди, давайте по карте посмотрим. По карте, так. Так, подожди. Здесь мы уже были с вами. Только что тут вот были. Так, это у нас вход. Подожди. Подожди, а где тут лестница есть? Ой-ой-ой, вот это я сейчас зря сделал. Не-н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 е, я не хочу воевать с вами. Пёся, иди обратно. Пёся, сидеть, пожалуйста. Я не хочу сом рисковать. Мне сейчас пёсика... Мне пёсика жалко очень сильно. Потому что вот на пятом уровне, вот с псом идти, не, это опасно довольно. Там, на простом уровне, да. Вот. Спокойно. Опа, ключ еще один. Спокойно. Ай, ветродуй. Ай. Пошли. Спокойно, тихо. Опа. Так, ай-яй-яй. Мочи, мочи его. Мочить, мочить. Надо в углу его замочить. Так, спокойно. Ветродуй. Спокойно. Мочить надо ветродуя. Вот еще. Так, мочить надо. Где он? Кто? Кто где? Кто мучает? Так вот, в угол. Сейчас мочить надо его. Мочить. Отлично, замочили. Так, спокойно. Главное, чтобы нас сейчас не замочили. Так. По броне все в порядке. Ага. Так. Ух ты ж, ё. Ага. Спокойно, все. Так, все. Опа, картошка опять. Превосходно. Как всегда, картоха. Опа. Так, открываем. Наш этот самый. Трайл Чембер. Ой, не Трайл Чембер, а этот самый. Это черное яблоко, броня. Окей. Что там по броне? Fire Aspect. А, Fire Protection. Fire Protection. Ну, допустим, то ладно. Стрела. Ага. Так. Подожди, сейчас я хочу посмотреть. Так, спокойно. По карте. По карте посмотреть. Так, карта. Ага. Слушай, мы вроде бы везде побывали. Мы вроде бы весь этот самый залутали. Весь Trial Chamber. Вот именно вот этот Trial Chamber. Так, спокойно. Так, спокойно. Опа. Ай. Водичка. Теперь осталось только выход найти.
А где выход был-то? На каком этаже был выход? Кто помнит, на каком этаже был выход? Да, выход точно здесь был. Я помню. Ой-ой-ой. Ага, сейчас нам выход покажут, ребята. Да, сейчас нам быстро выход покажут. Только в геймове покажут нам выход. Ты куда? Опа, ключ. Спасибо. Так, подожди, а где наш выход? Так, давайте мы используем вот это, чтобы выход найти. Так, здесь мы уже были с вами. И заодно посмотрим быстро. Ведь мы все облутали, правильно? Давайте, так, здесь... А-а-а! Вот где выход. Вот ты. Подожди, вот там мы уже были с вами. Правильно? Вот здесь вот. Только что, вот там вот были. Тут по коридору прошли, а здесь вот в спальне были мы, а здесь мы уже все зачистили, а здесь вот внизу тоже были, а и все зачистили. А вот и мы стоим. А, да, это мы с мечом. А, Трайо Омен. А, у меня Трайо Омен стоит. То есть выход у нас получается. Подожди, серьезно? Подожди, он внизу ведь выход был, правильно? Вот выход. То есть нам нужно... вот выход, вот выход. То есть нам нужно попасть в эту комнату опять? Подожди, или нет? И не в эту комнату. Интересно. Интересно. Так, ну, точно нам не сюда. Так. Конечно, мы можем выкопаться просто. Так, спокойно. Ага. Окей. Нет, нам точно не сюда. Спокойно. Спокойно. Так. Слушай, надо было с собой просто таблички взять. Вот выход. Все, я выход нашел. Вот выход. Блин, надо было с собой, кстати. Надо с собой всегда в Trial Chamber брать это самое, таблички какие-нибудь. Обязательно. Для того, чтобы помечать... как его называть это? Для того, чтобы помечать, где выход, где вход. Вот. Такс. Где наша собачка? Так, где наша пёся?
Где пёся? Ай. Так, я запутался. Такс. Так, на улице дождь идет, да? Да, на улице дождь. Подожди, у нас ведь Трайоумен. Ведь он не превращается Трайоумен в Бэтумен. Больше. То есть, наоборот, он больше не будет конвертироваться, правильно? А то я сейчас... Было бы не очень-то хорошо, если вдруг сейчас рейд появится. Это не очень-то умно. Подожди, энд до энда сколько у нас? 600 метров. До энда у нас совсем близко энд у нас находится. Так. Подожди, а где жители все? Не говори, что они все это того. А нет, они тут стоят. Опять митинг устроили. Да я вас всех сейчас разгоню. Митинг они устроили тут. Они пошли отсюда все вон. Царь хороший. Хороший я царь. Я хороший царь. Устроили тут митинг. Все идет по плану. Так, минутку. Энд у нас 655 метров? В ту сторону? Подожди, не. Так. Так. Дай поспать царю. Так. Ух ты, радуга. Красиво. Радужно. Так, минутку. А куда мне идти надо? Кроме этого самого, как его. Хочется говорить. Так неприлично, так, минутку. Нам нужно идти вообще вот в ту сторону. Правильно? Да, в эту сторону идти. Вот там вот выход у нас. Так, спокойно. Здравствуйте. Я вас тут уголь заберу. Оп. Спасибо огромное. Да, спасибо. Видите, я надеюсь, вам уголь не нужен этот. Тебе что, уголь нужен? Не? Да на уголь. На. Не? Не хочешь уголь? Ну не надо. Я возьму уголь. Ему подавай эмеральды. Ему нафиг уголь нужен. А, здравствуйте. Да я его даже не буду трогать. Пускай сторожит. Мне это... Как его? Железо не нужно. Потому что у меня это 24 на 7 работает железная ферма. У меня она, как его, стоит. Как его, это чанк-лоджер стоит. Так, о, яйца. Я вот яйца возьму. Потому что яиц у меня нету, Венди. Подожди, или есть яйца у меня, Венди? А, наверное, есть. А, подожди, у меня есть кура. Подожди, ведь у меня куры есть, Венди. Ведь я вывозил яйца, ведь строил чемпера другого. Спокойно. Так, пацаны, здравствуйте. Это я. Здравствуйте. Ага, картограф. Woodrow Mansion. Не, Woodrow Mansion я точно не пойду. Ocean Map. Бумага и хлебушек. Давайте вот хлебушек и бумагу возьмем. А вот бумага мне точно нужна. Еще. Дополнительной бумаги не бывает. Так, минутку. Так, идемте в этот самый. Хочу сказать, в Deep Dark. В Deep Dark мы не пойдем с вами. А, кстати, насчет Deep Dark, ведь у меня ведь. Так, пожалуйста. Ух ты, слушай, как красиво здесь.
Блин, тут как красиво. Какой красивый пляж. Блин, так и хочется что-нибудь здесь построить. Пишите в комментариях, что тут можно построить вот на этом пляже. На этом пляже. Он очень красивый, просто. Просто. Смотрите, как красиво тут. Тут бы лечь бы, полежать бы, на песочке погреться бы. Вот так вот, ой. Так вот, после полежать, посмотреть вдаль. Это самое, покушать что-нибудь. Золотую морковку. Просто полюбоваться. Зачем мне эти пилиджеры? Какие-то фермы. Просто хочется полежать, почилить. Это самое. Какие-то там фермы строить. Какие-то эти трайл-чемберы. Тусоваться в этих грязных, темных трайл-чемберах. С кем-то там воевать. Зачем это мне нужно? А, так, минутку. А покажите, куда идти надо. Ага, нам нужно в ту сторону, правильно? Так, яйца подбираем. Так, с яйца. Подожди, а где у меня этот самый? Правильно я иду? Ага, неправильно я иду. Чего? А. Блин. Вообще не в ту сторону пошел. Я, кстати, молодец, ребята. Не в ту сторону пошел я. Так. Ага. Я понял. Тут опять вода. Непонятная у нас, да? Ага. Так. Пускай растет. Ух ты ж. Опасно. Так, у нас этот самый тут. Ага. Пилиджеры. Кстати, надо с пилиджерами будет ферму построить. Уху-ху. Потому что вручную фармить это слишком долго. Боже, везде полублоки стоят у меня. Неплохо. Боже, а где лодка тогда? Ага. С той стороны лодка. Ладно. Здравствуйте. Ух ты ж. Ой-ой. Нет, ни в коем случае. Боже, а где моя собачка? Пёся. Пёся, идем сюда. Пёся, иди сюда. Давай. Да нет. Садись, пожалуйста, в лодку. Мы уезжаем. Да, все. Мы уезжаем отсюда. Поехали. Все, поехали отсюда. Нам не нужен этот самый как его. Все, поплыли. Вот. Поплыли с пёсей. Хватит нам это приключений на задницу. Поплыли. А в какую сторону-то плыть? Я после немножко это... сейчас. Да, в сторону рейдов надо плыть. То есть нам сейчас нужно в энд попасть. А в энд мы можем, кстати, попасть через наш... Этот самый, как его называется-то? Проход. Выкопанный в этом самом... До энда.
Мы можем сократить. Так, so what end? А где наш пес? Ага, наш пес тут. Значит. Вот наш этот самый, как его называется, это проход вент. Оп. Нет. Блин. Я хочу телепортироваться отсюда. Что за ловушка? Да, я хотел в это попасть, но не таким образом. Я хочу вам показать. Так, здравствуйте, эндерманы. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый день. Так. Значит, это все надо рассортировать. Во-первых. Вот это вот весь хлам. Это Родион все рассортирует. Надеюсь. Да, вот это вот все рассортировать надо. Вот это вот все. Вот это вот весь хлам. Так. Сколько хлама. И это вот все Родион рассортирует. Да, это все Родион рассортирует. И... Так. Бумага это тоже рассортирует. Так, ну, тоже сюда положим. Подожди, что это у нас? Это в тулс. Подожди. Так, это надо положить в тулс обратно. Подожди, а почему мне две лодки? Вопрос, зачем мне две лодки? Интересно. Только лодок. Ладно. Допустим. Кстати, где этот диск новый, которого у нас нету? Где этот диск? Так это у нас... Ага. Довольно много хлама у нас. Так, это диск. Вот этот, вот он диск новенький. Так, значит, это положим в... Вот сюда вот. Так, это мы положим в... диски. А вот этот диск новенький включен.
А вот такая вот у нас, ой, музыка. Так на этой пластинке, так положим его в диски. Давайте я быстро вам, тут у нас экскурсию проведу. Тут у нас свинки тусуются. Тут у нас ферма морковки, которая, знаете, что делает? Если я нажму так вот и вот так вот сделаю, морковка сама сломается, и я могу ее просто тупо подобрать морковку. И потом высадить всю морковку обратно. Так, это мы все высаживаем. Так. Так, у нас этот самый житель у нас тут вот тусуется. Так, сейчас у нас ночь. Окейушки. Ладно, сейчас у нас ночь. Окей, пускай будет ночь. Так. Окей. Значит, так, яйца сюда положим. Стрелы сюда выложим. А, да, экскурсия, кстати. Книжные полки. С зачарованиями. Так, зельеварки, арматримы. Маленький склад у меня. Тут место для АФК. Да, место для АФК. Ферма булыги, то есть камня. Ферма камня. Оп-оп. Сейчас оно. Вот. И теперь мы можем спокойно стоять. И добывать камень. То есть он медленно работает, но стопроцентный, так сказать, стопроцентно булыга добывается. Она в булаве не сгорает. А, окей. Что у нас еще тут по энду есть? Оп. Байконы у нас есть, конечно, стоят. А, кстати, тут пилиджеры недавно, как недавно, ну уж давно уже приходили. Маленькая ферма дерева. Так, тут у нас растет такое дерево. Также есть ферма Ендерманов. Подожди. Фу-фу-фу. Так, минутку. А, я не могу. Правильно. Я не могу этого делать. Правильно. А, ой. А, ферма Ендерманов. Идемте. Она у меня простая ферма Ендерманов. Кто этот самый, как его, шорт смотрел, тот поймет, какая у меня ферма Ендерманов стоит. Вот. Значит, тут у меня ферма Ендерманов стоит. Сейчас, минутку. Так вот сделаем. С большой платформой, кстати. Так, минуточку. Это не просто так, кстати. Такая большая платформа. И тут диспенсер тоже не просто так стоит. А кто шорт смотрел, тут поймет, ребята. Вот. По идее, они сюда не должны телепортироваться.
Вот. Также самое я здесь построил. Байкон. Просто мы садимся, нажимаем кнопочку и поехали. Так сказать, совершенно это самое безопасно. Если мы даже вот так вот сделаем, видите, он нас выкидывает вот на рельсы, кстати. Не в бок куда-нибудь, а на рельсы. Вот. Так, тут мы можем почилить это самое, потусовать это самое, вот. Эффекты поменять, если надо. А потом, оп, сесть сюда вот в вагонеточку и поехать обратно. Совершенно это самое безопасно, ребята. Вот. Совершенно безопасно. Так. Тут у меня освещение поставлено специально, чтобы эндерманы не появлялись около этого самого входа в ферму. А, кстати, давайте еще заглянем кое-куда. Ух ты ж. Как снежно у меня тут. Ага. Здравствуйте, эндерманы. Я хочу кое-что посмотреть. Мы с вами очень долго, кстати, тусуемся. Подождите, а сколько мы с вами записываем это видео? Наверное, он длинное получится, да? Ага. А, ну да, все правильно, я здесь должен появиться. Кстати, я не просто так это говорю, что оно очень длинное. Потому что мы очень долго прошло. Большое время. И оно, по идее, должно быть здесь, набраться сундук. Кстати, целый сундук. Целый сундук. Или... О! Кстати, пол сундука набралось. Неплохо. Ага, хоникомб. Пол сундука хоникомба набралось. Неплохо, ребята. Так. Так, тут у нас крафтится... окей. Хони-блок. Окейушки. То есть мы можем спокойно переключить, если нам нужно блоки именно, вот такие вот сотовые, мы можем их включить, эту аппаратуру, и он будет нам крафтить уже блоки. А если нам не нужно, мы можем... Так, выключить. Жалко, что нельзя их раскрафтить обратно. То есть, а их ведь нельзя раскрафтить, правильно? Да, их нельзя раскрафтить. Ага. Блин, жалко, что их нельзя раскрафтить обратно. А в том, что можно было спокойно, как его называется-то... Так. Так, конечно, уже будет быстрее намного. Вот так вот. Таким образом.
Ну, это для того поставлено, чтобы это самое, как его называется, это... Если вдруг мне нужно будет очень много хони комбо, то есть я в АФК могу спокойно встать, и он будет тебе автоматически крафтить. Хони комб. Автоматически. Подожди. Да, хони комб. Замечательно. Превосходно. Так. 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 Погнали обратно в Overworld. Да, погнали обратно. Так, сендерманы тут тусуются опять. А, сколько их тут много? Так. Оп. И где я окажусь? Ай, блин, серьезно? Я здесь спал. Блин. Это сейчас опять полгода идти до энда. Теперь до энда вообще... Остановитесь. Стоп. Ай. Ай-яй-яй. Стоп. Харе. Харе гореть. Остановитесь. Все. Харе гореть. Все. Спокойно. Так. Спокойно. Вот. Все шикарно. Так, остановили мы. Распространение огня. Да, теперь все спокойно тут. Теперь у нас тут обсидиановая эта самая штуковина. Подожди, энд у нас в ту сторону. Ага. Так. Куры. А это что у нас? Корова. Так. Так, яйцо. Так. Да-да-да, ха-ха-ха. Да-да-да, здорово, пацаны. Ага. Они тут это само общаются. Оп. У вас тут это, пацаны. Опа. Вот так будет намного лучше, кстати. А, всегда пожалуйста. А, так. Так, минутку. Опять наш знакомый пляж. Ой, красиво, ребята, тут. А в какую сторону надо было идти от пляжа? Вот в ту сторону. От пляжа в ту сторону, да. Угу. Так, тут опять у нас все затопило, да? Ну, допустим-то. Вот. Замечательно. Да ё... Да ё-моё, ребята. Вот. Угу. Thank you.
А, да, это самое. А, меч еще что вот такой вот у меня меч. А, на что он мне мечом был? А, на смайт у меня. Да, вот именно не на силу, а на смайт именно. Зачарованный. Так. Какой на силу? Подожди, аж. Так, вот это возьму с собой. Ай, кто? Спокойно. Да идите в баню, а. Да вы сами нажвались, пацаны. Да-да-да, идите сюда. Ага, да-да-да, вот идите, идите сюда, да-да. Ух ты ж. Куда ты? Хедрит меня, Мадрид. Ай. Бедные зомбаки. Кстати, давно мы не летали на вилке. А, чего? Цветочек? Берем. Подожди, а он пурпурный. Ага, ну да, оно пурпурный. Все правильно. Это очень редкий. Это очень редкий, как его называется-то. Трезубец. Ага, мейз тоже редкий. Подожди, а почему он жел... Ага, это желтого цвета. Это обычные. Ага. А тут есть, как его называется-то? Подожди, а он светится у меня? Трезубец. Почему он не светится, трезубец-то? И он светится, ладно, неважно. Так, нам нужно до энда. А, погнали. Хорошо, что у нас везде вода, ребята, есть. То есть мы можем спокойно летать на трезубце. Опа-на, кто тут у нас? Здравствуйте. Вы что тут забыли? Так. Спокойно. Ага. Вы тут это самое, не наглейте. Море мое. Пошел вон отсюда. Просрочка. Утопленная просрочка. Так, минутку. Чего? Цифра 15. Здравствуйте, пёся. Я вернулся за собакой, кстати. Я не просто так, ребята, за собакой вернулся. Я вам покажу, зачем мне тут нитки стоят. Вот там вот внизу. Это чтобы не разбиться, во-первых. Да, я вам сказал. И во-вторых, можно мобов Вент безопасно перетаскиваю. Смотрите, видите собаку? У него 2 хп снято. Если я его скину вниз. Я не это имел в виду. Я не так хочу сказать. Я ведь... Блин. Я ведь это самое, как его, собак скидывал. То есть не собак, а коров скидывал. И все было в порядке. И коров скидывал, и этот самый, и свиней, и куры скидывал. Подожди.
Кур я не скидывал. А нет, кур я не скидывал. Свиней, коров скидывал. Вот. Сюда жителей скидывал. И все в порядке было, кстати. Опа. И по идее, с собакой должно быть все в порядке. Потому что я уверен. Потому что если без этого вот, то скорость очень высокая, просто мега высокая, и ты разбиваешься. А так вот, ты просто телепортируешься, вот видите? С собакой все в порядке. Ну, относительно все в порядке. Вот. Оп. Значит, еда, 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 еда. Где у нас еда? Подожди, ведь я могу покормить ее сырым мясом. Ведь ничего с ней не будет, ведь. А, ну да, сырым мясом я тоже могу покормить собачку. Все в порядке. Так, это у нас в руду. Так, это у нас руда вся находится здесь. Так. Вот. Я думаю, на этом закончим. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, комментируйте тоже обязательно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы, ребята. Всем, ребята, пока. Увидимся в следующем видео. Да, потому что это очень видео длинное, большое получилось. Ребята, всем пока. Вот, пока.